Представляю вам соперников и первый бойца в синем углу, fighting out of the blue corner. Ему 28 лет, рост 177 сантиметров, вес 66,15 килограмма. He's 28 years old, he stands 177 centimeters tall, official weight 66.15 kilograms. Его профессиональный рекорд 9 побед при 3 поражениях. Professional record 9 victories and 3 losses. Его стиль MMA. Дамы и господа, из Донецка Роман Окучанский! Его соперник в красном углу. Fighting out of the red corner. Бойцу 26 лет. Рост 176 сантиметров, вес 66,1 килограмма. He's 26 years old, he stands 176 centimeters tall. Official weight 66.1 kilograms. Его профессиональный рекорд 17 побед при 3 поражениях. His professional record 17 victories and 3 losses. Его стиль MMA, дамы и господа, представляющий Душанбе, Таджикистан, Абдусамат Камень Санков! Рефери Виктор Корнеев. Роман Огульчанский, Абдусамат Санков. Идентичный размах рук и буквально на 1 сантиметр выше и на 2 года старше Роман Огульчанский. Опыт все-таки на стороне Сангова. Так, первый раунд начался. Видим небольшую разведку. Повернулся спиной Абдусамат, тут же получил под заднюю поверхность бедра такой плотный лоу-кик. Самые опасные, как мы знаем, бывают первые несколько минут, когда бойцы еще свежие. Вновь очень хлестко. Пытался раскрутить вертушку Огульчанский, не стал. Приближается с джеба. Начинает все свои комбинации именно с этого приема. А вот тут поинтереснее выглядел Абдусамат. Очень активно работают бойцы. Хороший плотный удар слева. Пытается контрить Огульчанский и в итоге хорошо отзащищался. Пытается пробить. Очень хлестким выходит удар. И хорошего шира в исполнении Романа. Поддавливает он своего оппонента. Хороший плотный лоу. Да, мгновенно совершенно яркий кровопотек оставляет он на бедре. Шорты скрывают, но нам вот очень хорошо видно с комментаторской позиции. Двигается, двигается вновь с джебом, щупает эту самую дистанцию Огульчанский. Нагнетает постепенно он. Создает все больше и больше давления. Да, очень много дергает. И хай-кик. Вот здесь не очень удачно. Остался на линии атаки. Сразу же получил в ответ от таджикского спортсмена. Чувствуется, что в любой момент может завершиться этот поединок. Очень заряженные оба. На инсайд отвечает лоу-киком Роман. Да, пока все паритетно. Понимают эту нокаутирующую мощь и того, и другого парни. Поэтому очень осторожно так решаются, скажем, на размен. Задергал, задергал Огульчанский, но и задергался сам при этом. Да, я называю это попыткой загипнотизировать своего соперника. Да, совершенно верно. Именно, в общем, это, наверное, было неплохо, но не удалось. Постоянно преследует Роман своего оппонента. Да, перманентный прессинг по защите. Удар правой. Очень сложно вот так. Немногие могут работать под давлением, постоянно отходя назад, постоянно вынуждая... Ой-ой-ой! Какой великолепный удар! Все! Остановка! Браво! Браво! Потрясающий нокаут! Великолепный! Да, невероятно. Посмотрите, вот здесь
Сумасшедший нокаут. Что это было, себе. Дорогие друзья? Да, я такого никогда еще, по-моему, не видел в России. Великолепно. Фантастика. Ну и надо отдать должное моему коллеге. Как будто чувствовал, что вот-вот здесь сейчас все станет ясно. Вот в такой момент ты понимаешь, почему это называется смешанные боевые искусства. Культура движения, умение владеть своим телом. Очень красивый нокаут. Надеюсь, что все в порядке с Абдусамадом. Браво, браво, это было восхитительно. Я думаю, что вполне возможно один из претендентов на титул нокаут года. Один из. Абсолютно точно. Посмотрите, посмотрите, какая эстетика. Просто шикарно. Здесь. Бум! И падает Абдусамад Сангов. С очень хорошим настроем на этот бой вышел Роман. Дамы и господа, время остановки боя 3 минуты и 14 секунд первого раунда. Ladies and gentlemen, we have a time 3 minutes and 14 seconds of round number 1. Техническим нокаутом добивание победного одержал your winner by tactical knockout punches Роман Огульчанский! Молодец! Браво, Роман Огульчанский. Очень много звезд в последнее время зажигается, но... Это... Роман, приветствую тебя. Поздравляю с этой победой. Это что-то такое вау. Скажи мне первое сразу. Готовишь вообще это туда? Ну, отрабатываешь ли его? И это просто пришло в голову и решил выбросить что-то в стиле ниндзя? Нет, я много времени уделяю кикбоксингу. Я вообще базовый борец. Сейчас много уделяю кикбоксингу. У меня 3 тренировки в неделю. Где-то бокс, кикбоксинг именно. Поэтому эти удары, много ударов отрабатываю, пробую. Ну и сейчас попробовал что-то возле сетки исполнить. Он как раз, ему уходить некуда было. Получилось как-то так красиво. Хорошая победа, яркий финиш. Я думаю, не обману зрителя, что ты будешь рассчитывать на лучший нокаут вечера. Хотелось бы в это верить. Да, посмотрим. Ну, если кто-то красивее покажет, значит, бонус его, как говорится. Скажи мне, еще до этого, это твой второй бой в лиге, сравнял счет, сейчас 1-1, выходишь на победную тропу, до этого был бой с Андреем Гончаровым, учитывая тот факт, что он как бы финиширует всех соперников, он такой яркий нокаутер, ты доставил ему большие проблемы, нет ли мысли о реванше? В данный момент нет, потому что мы как бы после боя с ним сдружились, вместе сбор проходили перед этим боем. Ну, если так будет судьба, не знаю, там, значит, может быть, подеремся. Ну, я не знаю, когда это может, если будет так все слаживаться, за титул. Но так, если обычный рейтинговый бой, ты хотел бы его избежать? Да, да, с Андреем, да, мы с ним подружились, можно сказать так. А сейчас у тебя победа. Скажи, есть ли какие-то имена или яркие представители в твоем весе, с кем бы ты хотел встретиться? Ну так, я бы сейчас не сказал. Я рад, что я закрыл свое поражение. Сейчас вышел на победную тропу. Кого лига даст мне, я с тем и буду драться. Так. Но, знаешь, да, ты достаточно скромный парень, сейчас набирают обороты, супербои, ребята много говорят, качают себя в медиа. Не думаешь ли ты как-то больше времени уделять этому? Да, как бы это уже и в наш регион пришло, раньше такого как бы не было. Ну, посмотрим, как будет все развиваться. Я вижу, что сейчас даже Андрей, вот он становится более медийной личностью, и у него как бы все продвигается в карьере хорошо. Значит, будем делать из этого выводы и тоже продвигать себя медийно более смело. Ты очень ярко завершаешь 2020 год. Скажи, идеальный план, идеальный сценарий на 2021 год для тебя? 21-й год, мне, если честно, даже сейчас уже хочется вернуться к тренировкам, а не отмечать Новый год. Поэтому хотел бы побыстрее вернуться. Хотел бы вот где-то в марте, чтобы, если дадут мне бой лига, значит, будет отлично. Еще раз победы и успехов. Спасибо.